Здрасте, сегодня у нас обзор нового ICO, Local Token Exchange. Это локальная биржа токенов, одноранговая, децентрализованная криптовалютная биржа. Безопасно, несложно, всесторонне и быстро. Давайте разберем проект поподробнее. Перейдем на главный сайт localtoken.exchange. Как мы можем здесь видеть, этап при ICO начинается через 22 часа в момент снятия видео. На pre-ICO вы сможете купить токены с большим бонусом. Пока что не могу сказать с каким, но уверен, он будет очень большим. Поэтому, если вас интересует проект, то поторопитесь инвестировать в него на этом этапе. Мы перейдем дальше к проекту. Обмен на равных. Rapid регистрируется с минимальными ограничениями, проверками. Начинайте торговать криптовалютами сразу. Многоточечная утилита. Держатели токенов не только получают дивиденды, но и токены ICO Airdrops. Распределение прибыли. 70% всей прибыли от платежей Exchange, Escrow и ICO разделяются между держателями токенов. Обширное покрытие монет. Предлагаю больше капиталресурсов, чем другие обмены, и ранний доступ к ICO. Что такое локальная биржа токенов? Локальная биржа токенов была рождена из общего видения для разработки более эффективной глобальной финансовой системы. Нам нравится гибкость торговли множеством криптовалют, но нам надоели неэффективность централизованных обменов. Таким образом, мы создали Local Token Exchange для интеграции лучшего децентрализованного обмена P2P с глубокой ликвидностью централизованного обмена, что делает торговлю быстрее, проще и безопаснее, делает владельцу токена долю в прибыли. Учитывая успех других обменов P2P, таких как Local Bitcoins и Xcoins, мы планируем извлечь выгоду из роста возможностей рынка, который существует для многосекундного децентрализованного обмена P2P. Местный токен Exchange предложит возможность торговли широким спектром криптовалют в сочетании с глубокой ликвидностью, обычно предлагаемой только в централизованных биржах. Быстрый процесс и простой процесс проверки Know Your Customers. Прозрачность, регулярная уплата дивидендов, будущие криптовалюты, позволяя воздушным кадрам ICO. Эта инновационная модель даст трейдерам идеальное пространство для проведения подавляющего большинства сделок, позволяя участвовать в успехе бизнеса Local Token Exchange с регулярными дивидендами для держателей токенов. Централизованные обмены криптовалютами в их внешнем виде чреваты неэффективностью. Есть долгое время ожидания, риски безопасности и требующие времени проверки требования, а также высокие барьеры для входа в значительной части потенциальных пользователей, особенно новичков. Торговые площадки P2P и обмены обеспечивают прямой доступ на децентрализованные пути для непосредственного подключения покупателей и продавцов, что предоставляет собой самую настоящую форму торговли свободным рынком. Будущая экосистема цифровой валюты основывается на развитии надежных децентрализованных обменов P2P, которые поддерживают широкий спектр криптовалютных операций и в то же время предоставляют трейдерам достаточную ликвидность, что является важной особенностью лучших централизованных обменов. Инновационное распределение собственности и бизнес-модели, предполагаемое Local Token Exchange, преодолевает разрыв на рынке, в то же время обеспечивая большую часть прибыли платформы непосредственно в кошельке владельцев токенов и пользователей. Используя аспекты свободного рынка модели peer-to-peer и повышая уровень ликвидности от централизованных обменов, Local Token Exchange ценит силы в обмене пространства криптовалюты. Local Token Exchange проведет мероприятие по продаже токенов LTE Tokens, цифрового актива, который будет использоваться для облегчения распределения прибыли, сделанной платформой Local Token Exchange. Кроме того, владельцы токенов LTE получат ранний доступ к сотрудничеству новых ICO и airdrops, новых токенов ICO, перечисленных на платформе Local Token Exchange. Далее мы можем видеть дорожную карту проекта. Здесь мы видим цели, которые разработчики ставят перед собой. Видим, некоторые из них были выполнены, некоторые еще только предстоит выполнить. А также видим команду разработчиков проекта и советников. Детали ICO, структуру и распределение токенов. Также в описании под видео я оставлю ссылку на социальные сети, где вы сможете узнать последние новости о проекте и задать интересующие вас вопросы в чате Телеграма. Также будет оставлена ссылка на White Paper, в ней вы сможете более подробно ознакомиться с бизнес-планом проекта и узнать о его технических составляющих. Инвестируйте в LTE Tokens, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, до свидания.